Так, друзья мои, ну сегодня 30-е. 30-е. Сейчас я приду. Апрель. Погода отвратительная. Вот один садится. Вторая садится. Третья уже сидит. И 9 в тумане. Сейчас потихонечку будем с тумана снимать. Как они будут падать. Сначала, наверное, посадка этой. Сниму. Это я приблизил максимально. Но это я на такой, на карманном телефоне снимаю. Качество будет не супер, но будет. И вот там сычиля. Желтый хвост мазанный. Ну, попробую я, наверное, при посадке бой сниму у этих. Как они будут садиться. Потому что может быть долгий ролик. Пока на паузу поставлю. Вот она какой высоте долбит. Так, друзья мои. Ну вон. 2, 4, 6, 8. Так, 2, 4, 6, 8. 9 здесь. 10 одного пока не вижу. Попробуем бой снимать у этих. Вон они наверху. А что там? Голуби. Вон они, видишь? Это ты смотришь на них, да? Да. Вот одного нету. Видите как? Вот человек идет, поворачивается, смотрит. Красиво? Далеко они уходят, в точку уходят? Да, да. Ну они вот как раз в точке сейчас спустились. Их не видно было. Этот начал снимать. Видновато пока высоко, пока на паузу поставлю. А это бой, пыртуны какие-то? Это бойные. Он там вытворяет один. Вот. Должны будет раскрываться. Не знаю, я их снимаю, не снимаю. Сейчас потяну, наверное, чуть-чуть. Видно было. Так, наверное. Вот один сел. Вот разные есть и мелочи, и взрослые. Погода резко изменилась. Было плюс 30, пошли заморозки. Конечно, такую погоду птицу как подменили. Да мы и сами утром встаем, сами из дома не хотим выходить. И вчера была жара, ходил в майке. Утром выходишь, аж знобит. Думаешь, да ну нафиг домой зайду. То же самое и птица. В это время она себя отвратительно чувствует. Ну тут нет, по-моему, красного голубя. Да, красного нету. Так, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 нету. Потому что подняла 12 штук. Рано-рано утром. Был еще жестче туман. Дуркует там. Ну давай, иди садись, дурень.
Эти, походу, сейчас опять вверх попрут. Это Сенчеля. Ладно, поставлю на паузу, наверное. Это с крестовины сорвался, это садится. Тот вот улезает опять. Это на среднем. Красного пока нету. Он опять далеко уходит. Опять далеко. Ну, остановка будет Дурина. Вот она. Небольшая остановка. По-моему, да. И этот Пашин вверх. Ладно, поставим на паузу, подождем. Вот она камнем падала, падала, падала. Ну, дура опять пошла на круг. Сейчас сядет. Ни хрена. Ты садишь, дурочка. Вот один приподнялся, второй уже не вижу. Здорово, Саша. Друг. Опять приподнимается. Да, третий поднялся вообще, нет, его опять туман полез, походу. И этот хрен сядет. И Муська моя, как собачка, за мной бегает на улице. Поставлю на паузу, подожду посадки. Вот сейчас должна быть уже скидывать вниз, 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 вниз и вертикально тянуть опять вверх. Не знаю, я успеваю за ней цепляться. Даже не знаю, снимаю, не снимаю ее. Честно говоря, я уже замерз. Зимой не замерзнут. 30 апреля холодно. Замерзаю. А вчера еще холоднее было. И пошла. Того опять не вижу, сына. Чиля. Вот на паузу поставлю. Вот, пошла, пошла, пошла. И опять тянет назад. Не может не зайти. Вот им летать легче, чем садиться. Легче летать, чем садиться.
пальцы замерзли уже. А тут еще этот дебил, по-моему, уже и дождик начал капать. Не, вверх идут, опять вверх. На паузу поставим. Опять разъединились тут. Опять вверх, это опять вниз. Третьего. Третий опять вверх дал. Четвертый вообще даже и не показывал до сих пор себя. И вот обратите внимание, когда птица... А, по-моему, вот он и четвертый идет. Да, это красный. Вот резко скинул себя. А вон и белый. С-под челя. Наверху, да, вижу всех четверо. Ну, только что видно не было. Ну, и вот посмотрите, сейчас я потяну максимально. На какой высоте этот голубь барабанит. Не знаю, мне там глаза сверкает. Он практически без остановки в любой высоте бьет. От земли начинается, так и в точку, так и садится. Но с таким боем голуби, друзья мои, не могут долгое время показывать, потому что тот бой, который они показывают за 5 минут, у других голубей сердце остановится. Видели, наверное, когда в жару голуби винтом падает вниз, сердце не выдерживает. В общем, это вот есть еще такое. Ну, не знаю, я направляю, видно, не видно, на четверо стали. Вот она пошла вниз, 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 и сейчас резко будет себя тянуть. Ну, давай, дурочка, класс покажи. Ты же умеешь это делать, вот она. Сейчас я что-то отдалю. Ты максимально приблизил, но все равно эта камера в разы слабее, чем то, на котором всегда я снимаю. Там она более профессионально снимает. И высоту очень хорошую цепляет. Поэтому я всегда говорю, голубей надо видеть живую. Потому что элементарно даже съемка голубей, да, она снимается в разных камерах. То есть разный зум у каждого камеры. По-разному приближает, отдаляет. У нас народ в основном ставит на обычное положение и начинает снимать голубей. В общем, смысл какой? Их надо подтягивать до ближайшего. Но им хочется, чтобы птица ушла вверх, как бы, да, показали, что эта птица летит высоко. В общем, ну, а когда вживую поднимаешь, а зачем что показывать, его и так видно. Стоишь, глаза ломаешь, не можешь находить голубей. Тогда уже все вопросы отпадают. А так вот это, да, там, ну, грубо скажем, мошенничество, мелкое мошенничество, народа обманывать. Или взять те же самые вот эти, да, там, монтажи делаются, весь брак снимается, выкидывается. Оставляются хорошие кадры, показывают, вот, птица чудо. Ну, а вживую, когда увидишь все эти косяки, ты обязательно увидишь. Ну давай, дурин. Тут вот барабанит. И один, и второй. Без разницы, на какой высоте. Вот этот пошел на посадку, этот сейчас сядет, наверное. Да, и всегда вот сбойная птица, друзья мои. Всегда надо понимать, как закон, как аксиома, чем больше, чем лучше бьет голубь, тем меньше он должен летать. Это закон физики. Чем быстрее
это да там скорость, чем меньше, меньше масса получается, чем меньше вот это, да, в силе. В общем, чем меньше масса, тем больше это, то есть, ну, тем быстрее, значит, удар нанесем. Или наоборот, если масса, кулак тяжелый, значит, скорость слабый. Но сила удара получается один то же самый. То есть масса, вот он пошел. Барабане. Ну, посчитайте, сколько раз он будет лупасить. И щелчки отсюда даже слышал. О, лапы тянуты. Это у нее еще хвост вверх. Если бы не вверх, сейчас вообще как с пушки были бы выстрелы. Потому что гасит, удар гасит вот этот хвост. Смягчает очень. Смотрите, ну а тут еще высоко. Ну, честно говоря, уже и устал. Все, удачи вам, друзья мои. Так, ну вот это я сейчас со двора пару всех сниму. Потяну максимально. И направлю на него. Не знаю, будут цеплять или нет. Сейчас он на этой высоте тоже будет барабанить. Хотя высота его, вот она. И смотрим, зацеплю я его или нет. Ну давай остановись, дурин, ты чё ж на круг пошел. Камере не вижу его, но я направляю, скорее всего, я его цепляю. Ну, остановись, дурень, ты же такой-то направил на тебя, начал летать. Где твой бой-то? Вот он начал барабанить опять. Должен зацепить я его. Урод. Значит, на круг идет. Это я не знаю даже, я вас снимаю или нет. И как снимаю, мутно снимается, светло снимается, что на камере ничего не видно сейчас. Но это хуже камеры, это... Этот, как там, Android или как там называют, Samsung. Хоть и говорят, хорошая камера, но ни хрена ничего хорошего нету. Ну, в принципе, покажу хорошее, нехорошее, чтобы... Видите, вот оно так. Приближает оно как бы. То есть не так уж и плохо как бы приближает, но не то качество. Вот что-то, по-моему, пошел дикарит он. Горит, ладно, на паузу поставлю, сейчас остановится, направлю на него. Блин, с паузы снимаешь, начинает балбес лупасить. На паузу ставишь, начинает летать. Ну что же, урод, а? Вот он остановился наконец-то. Идиот. Тянет, не знает,
цепляй, его не цепляй. Но у этого голубя это не столб. У него бой тяга, потяжка. Он тянет, бьет, поэтому много бьет. Выход столба не очень мало бьет. Да, сейчас только увидел на камере, вроде его уже снимаю. Хотя руки окоченели. Холодно, не привык. Руки окоченели. Вот она его высота. Куда он делся? Знаете? Ну все, удачи, друзья мои. Дальше не буду я ждать. Всех благ всем.